Так, второй вопрос. Здравствуйте, скажите, можно ли приподнять абрикосы, посаженные 4 года назад? Я не знал, что их надо садить на холмике. Если на ровном месте растет, пусть растет. Вот. И если он 4 года прошло, поднимать это значит корни обрубать. Так ни дело не пойдет. Тогда получается, если все-таки еще в ямку посажено, не на ровном месте, еще хуже. Варианты какие? Сделать вот эту, она в виде тазика ямка, правильно? Такой формы. Ну, например, вы делаете ее та же тазик, только поширше, пошире. То есть надо его как-то во все стороны раскопать, чтобы она была не узкая глубокая ямка, а широкая, пологая. Раз. Дальше. Хоть малейший уклон, тогда вы делаете еще канавку, чтобы там не заставилась вода, не дай бог лед ранней весной, когда эта ямка, проклятая мной и освещенная тысячами суперспециалистов, вот, освещенная, хотя эта ямка ловушка вот, для короткой жизни, не зря же вы хотите перенести на это, на холмики, вот это, отвод воды, малейший уклон, и канавкой отводите воду. Это второй момент. Вот где-то в метре полутора можно выкопать яму полуметровую. И туда, если совсем уж ровно, некуда отвести воду. Вот, канавкой в эту яму, чтобы туда уходило. Вот. В сторонке. Все-таки это. И оставьте их в покое. Сколько суждено, столько проживут после этой вашей ошибки.